Всем привет! Сейчас середина мая 2019 года. Хочу показать вам, какой компостный бокс мне удалось сделать. Раскраска в моих любимых поднимающих настроение цветах. Каркас собран из бросового неликвидного бруса, обработан слитым машинным маслом в три слоя. Скреплен саморезами 55 мм длиной на усиленные оцинкованные уголки. Размеры ящика 2 метра длина, 1 метр ширина и 1 метр высота. На внешнюю обшивку были куплены доски 20 на 130 мм, 5 штук по 2 метра. Ящик сделан полностью продуваемым, между досками щели в 6 см. На заднюю стенку, как видно, был использован дешевый неликвидный горбыль, доска второго сорта. Но после покраски декоративным тонированным антисептиком фирмы Дюфа и атмосферостойким лаком выглядит очень даже нарядно. Сделан два отделения. Одно, из которого берем созревший компост, другое, куда закладываем сорняки. В последующем планирую сделать две крышки над каждым из отделений, чисто с декоративной целью. А также в планах сделать снизу две вверхоткидные дверцы для удобного извлечения содержимого ящика. Вот такое нарядное и нужное, радующее глаз изделие теперь будет стоять у нас на участке. Возможен, конечно, еще некоторый апгрейд, но в целом скелет и концепция меня полностью устраивает.